Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и у нас по-прежнему Just Cause 3. Так, сегодня у нас будут задания такие как о коровах в вине. Я открыл вот это задание, авианпространство Иден. Чтобы его открыть, нужно освободить два поселения, вот это и вот это, альфа и бета. После того, как пройдем вот эти два задания, у нас останется еще вот это. Так что у нас сегодня три задания и парочка вот таких простых, чтобы улучшить нашего персонажа. Так, начнем с вот этого. Летим сейчас вот сюда. О коровах в вине. Так, вы просто посмотрите на все эти красоты. Как здесь все красочно. Блин. Представьте, если бы в GTA было так. То есть вот этот мегаполис, который есть в GTA... И вся остальная часть, это вот эти все острова. Сколько там всего было бы? Сколько можно было бы там сделать? Это было бы очень круто. Я бы в такую GTA целыми днями играл бы. Марио! Я здесь! Что и задания особо нету важное? Больше интересных в GTA. Марио! Ты где? О, нет. Меня превратили в корову. Лишь поцелуй принца освободит Мурью. Хорошо, что я не принц. Ну давай, поцелуй мою коровью морду. Нет. Мурико? Нет. Ты где? Скажи, я тебя найду и прикончу. Лишь с поцелуем откроется правда. Ну все, теперь я тебя точно прибью. Нормально. Как будто нельзя было понять, что он урод прикалывается. Так, куда нам добраться? Хорошо. Прости, Рико. Но было очень смешно. Да, блин, как он мог повестись. Я все еще хочу тебя убить, Мурио. Так, что у нас тут интересно за задание? Еще осталось очень много городов, которые нужно освободить. Вот, посмотрите просто, как их здесь много. Это одна целая местность, а в этой местности... Раз, два, три, четыре, пять, шесть городов и баз. Это же ужас. Сколько нужно тут еще играть и играть. А чтобы поиграть в некоторые миссии, нужно освобождать эти города. Короче, хочешь поиграть? Рико! Освобождай вот города. Оно! Так, дальше. Грузовик с марочными винами генерала. Вина? Ну, поехали. Непростые. Доставьте повстанцам как можно больше бочек. Настоящий воу. Марио Фриго в мире алкоголя. Они болтаются там, когда привязали бы как-нибудь. Я думал, ты только придется очень аккуратно ехать. Виктос, а ты и на ракете можешь. Этот Марио глупой. Я, чувак, не хочу на ракете летать. Это слишком круто. А я хочу до 200 лет дожить. Так, как тот, ехать-то не близко. Я скажу тебе, что это и правда весьма круто. О, воу. Моя любимая бочка. Нет. Генерал в классике разбирается. Она у него в деревянных бочонках. А ну-ка, блин, подвинься. Для масла. А какую выпивку хранят может в бочках для масла? Вернуть? А ну-ка, попробовать можно. И самую худшую. Знаю на личном опыте. Ну-ка, стоять, сюда иди. Интересненько. Вот так и поедем. Нормально. Да залазь давай. Так. Ты меня до смерти доведешь.
Осталось 8 бочек. Нормально. Едем, едем. Я просто качусь. Чё у вас тут происходит? Еще и под колеса лезут. Придурки. А, блин, бочки, бочки, бочки. Мне это нравится. Прямо гонки на выживание. Да. Хорошо, что МДР ты отсюда выгнал. Мы за этих чокнутых аутомобилей... Блин, эта бочка так болтается, мне прям не нравится это. Расслабься, Марио. Еще испортит мне чего. Ну-ка, бочка какую-нибудь. Тут затыльника. 5 вариантов есть? О! А в литрах это сколько? Залетело. Много. Нормально. Это мне нравится. Так, почти доехали. У меня, кстати, вот такая машина есть в гараже. А вот такой вот нету. О, это все так было задумано, видимо. Очень плохо. Так, значит, еще какие-то подлянки здесь будут, однозначно. Тише, 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 тише. Аккуратненько. Ну, они тут бухают вовсю. Алкаши. Ой, да ну вас. Устроили, блин, пикник. Что, все, что ли? Да. Это было очень крутое задание, конечно. Так. Но появилось еще одно. Раз оно было слишком короткое, давайте выполним еще. Так, не туда. Вроде недалеко, так что можно и долететь вот так. Ничего страшного. Скажите, кто бы хотел вот так полетать с вот таким ускорителем? Ну, свободный полет, кто бы хотел так? Управляемый полет. Кто бы хотел это попробовать? Так, я в нейтральных водах, что ли? Нет, нормально все. Я на своей территории. Ставьте лайк, кто хотел попробовать так полетать. В общем, вон даже скрылся табличка с лайком. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Ой, ногой зацепился. Так, это что такое? Ага, алтарь. Хорошо. Дичи благодарит тебя за жертву. Сигнальные ракеты. Это хорошо, они мне нужны. Так, а метку можно будет теперь и убрать. Так, все встает на свои места. Посмотрим, что у них там встает на свои места. Так, это плохие ребята. Или хорошие, что-то не понял. А, они не красные. Вроде нормальные. Что хотите? Вот это возвращение у тебя вышло, сынок. Старые друзья, всюду хаос и разрушение. Ты сказал, что следишь за Даймой. Где она? Катается на катере и собирает сведения, которые считает ценными. О, да ну вас. Болтовня лишняя, неинтересная. Мы лучше сразу приступим к заданию. Ну давай. Так, отлично. Ликвидируйте подкрепление. Вертолет с оружием, отлично. Давайте полетим на нем. Так. Где не вижу? Ага, вот. Ребята, ребятушки. Марио! Марио, ты слышишь? Так, мне есть еще ракеты. Марио. Шелдон, где Марио? Он там, куда направляется это подкрепление. Ой, ракеты вообще без. Если он пострадает, виноват будешь ты, Шелдон. Без задержки, это круто. Не драматизируй. Все будет хорошо с твоим другом. Ну, не такие уж и эффективные. Так, давай уже, долго летим.
Ориков, наверное, тебе стоит подумать о ракетных установках. Ракетные установки? Шелдон, куда я вообще лезу? Были ракетные установки, хотя бы не придется скучать, когда дело касается Таймы, так, Тиравелла вот просто бесится. Готово. Никаких проблем. Ваши ракетные установки не проблема. Да ты, блин! Вот, наконец-то. Так, вон еще и ракетные установки там есть, я вижу, вот она. Хорошо, что хоть на месте стоит. Есть. Больше не вижу, это хорошо. Надо быть чуть-чуть наперед, а так, да. Попал. Рико, блин, там? Там, здесь становится жарковато. Мне бы помощь не помешала. Называй место, я уже иду. Блин, тут всем Рико занимается. У самого берега. Эй, Дайма, где ты? Марио? Марио! Так. Последний самолет. Катер. Марио Фриго, звезда. Отлично, боевиков! Все. Только что подорвал катер! Где? Но мне бы не помешала помощь, фратре! Да лечу я, блин, достал ты уже. Держись, я уже иду! Всем я должен заниматься. Не так. Переживай, Рико, я тебе тоже оставлю! Да ты сам ничего не делаешь, оставит он. Так. А, еще и вертолет. Все, готов. Так, это подзорвать было бы неплохо. Так, где вы? А, я еще и заодно освободил местность. Хорошо. Это что такое? Есть. Спасибо, что вызвался, Рико. Мы оказались в западне между минным полем и солдатами. Да у нас другого выхода не было. А мне больше за пушкой нравится. Так, все. Это мины, видимо. Вот эти круглые бомбы, которые бросали в воду. Подводные лодки на них подрывались. Так. Больше не вижу, короче. Спускаемся. А, вон там еще есть. Вижу. Я себя ее не уничтожил, обязательно именно на ней подорвался. О, блин, да там их много. Так, короче. Вертолет тут сажать намного удобнее, чем было бы в GTA. Я вертолетом в GTA вообще не могу управлять. Так, что вы хотите? Войти в кокпит катера? Что? А. Ну, конечно, он только так может сесть. О, Рико, вот ты где. Произведена небольшая модификация транспорта. Установлен нитро. Да ты что? Круто. Еще и прыгать может. Отлично. Я буду осторожен. А, давай, поворачивай. Повстанцы говорят, что во время... Нет! Воу! Вот так вот. Вы когда-нибудь видели прыгающий корабль? Еще и на азоте. На азоте еще может быть как-то могут сделать, но прыгающий — это что-то новенькое.
Так, погнали. По-моему, задание очень даже интересное будет. Ну, в GTA 5 эти задания разнообразны. Здесь Дайма. В основном информатор мертв. Нужно взрывать, стрелять и все. Неудобно. Такого Дайма. Тут больше не бывает. А, да. Разнообразие. Нужно так, спешить. Ну, поехали. Следующий тогда. Информатор тоже может быть в беде. И где он? Так, мне по суше или нет? Можно и так. Куда? Сейчас перепрыгну через бомбу. Вау, что не перепрыгнул? Так, добыли. Информатору может грозить опасность. Так, живой? Здесь мы тоже опоздали, Дайма. Ну, блин. Ну, пошли тогда дальше. Что на них смотреть? Они уже мертвые. Черт! Так, где? Если они нашли этого, боюсь, нас не обрадует и следующий. Оу. Следующий информатор не будет мертв. Так, туда. Так и знал. Классно. Кто бы покатался на таком? Так, части. На тебе, падла. А, поворачивай, блин, чё они такие неуправляемые? Вот, давай, давай, выбираемся отсюда. Ещё и мины. Да я вижу. Есть. Я просто водитель ас. Капитан корабля, блин. Ну там не нравятся эти лодки. Я тебя видишь? Все, добрался. Что-то мне подсказывает, что он живой. Остаться на катере. Ты отправляешься с нами. Ты привела больше друзей, чем мы договаривались, Дайма. Это так. Ситуация изменилась, Аника. Она опаснее, чем я думала. Да, это я вижу. Дайма, ты познакомишь нас со своей... Я разговариваю с Даймой. Ничего сегодня, бицульки. Тео. Рико. А я Марио, брат. Я тебе не брат. Думаю, ты не понимаешь, насколько цены твои сведения, Дайма. Почему ты так хочешь разозлить Деравелло? Да ну вас, болтовню. Продолжаем, детки. Так, мне их защищать нужно, да? Без проблем. Оу, зависло. Готово. Так. Готово, где еще? Вертолетик. Так. Что-то они прям быстро умерли. Так, вижу. Эй, куда пошел? Блин, все гранаты потратил на тебя, падла. Куда ты бежишь? Все, быстро сдох. Так. Что-то защищать повстанцев и все. Так. У вас команда получится хорошая. Чё, нету звуков, выстрелов? Чё за проблемы? Так, сдохни. Осторожно, Рико! Стреляют! А,
ракеты в людей, блин, кто так делает вообще? Стыдно должно быть. Фрига и другие снова на высоте, а Марио? Марио, Дайма, нужна помощь! Уходим, заносите его внутрь! Так, а Марио не здоровится. Бедняга, пулькой попали. В этого Рико сколько стреляют, убить не могут нормально. А в этого один раз попали и все. Слабак. А, блин. Что происходит? Сколько еще? Недалеко. Рико. Фрати. Что-то с игрой не то. Что-то она глючит. Проблемки. Это мне не нравится. Так. Миссия выполнена. Что с тобой? О, оружие. Оружие мне нужно. Ну, давай-ка. Вот так. Нормально будет. Так. Тут какое-то задание поблизости. Пиратство. И подготовка. Ну, не знаю. Давайте пиратство. Хотя тут есть обучение пулемет. Давайте обучение пройдем. Вот он, держи. Там вроде какое-то оружие после этого дают. Или что-то улучшается. А вот это настоящий... Сейчас попробуем. Начать. Только вы не смейтесь, блин. У меня прицел не очень. Погнали. Оу, не стрелять-то нужно, показывать. Давай, как можно больше. Блин, разброс у меня такой большой. А выйти нельзя. Так, есть. По-моему, я справляюсь нормально. Так. О, как тут кучно-то попал. Хорошо прям. Отлично. Так, 5 звезд все еще нету, осталось 5 секунд всего. Так, давай, быстро еще. Все. На 4 звезды. Ну ничего, и так нормально. Так, пополнение оружия разблокировано, модификация снаряжения. И что это значит? Следующая разблокировка боеприпасов для... Не хватает для... Так, это понятно. Нет, все, выйти. Посмотрим, что там модификации у нас... Блин, модификации появились. Так, оружие. Это что? Все оружие загружается на складе повстанцев вдвое быстрее. Ага, понял. А то на них блок стоит, когда ты уже отправил себе такое оружие. Ты повторно сразу его не можешь отправить. Там какое-то время ограничения. Теперь будут отправляться быстрее. Это хорошо. Так. Можно пройти еще вот это... Рогатку. И вон там еще гонка какая-то. Можно гонку? Давайте гоночку. Да блин. Спринт по побережью. Я не против. Так, спринт по побережью. Проедьте на машине через всю контрольную точку и доберитесь до финиша как можно быстрее. Не проблема.
доберемся. Так. Отличная машинка. Она еще и прыгает. И азот есть, прекрасно. Погнали. Интересно, это азот, вот эти прыжки там будут еще что-то, какие-то дополнения. Посмотреть не забыть. И управление у него нормальное. Так, куда? Ага, вижу. Ну, что-то со скоростью у него не очень. Ну, хотя это баги у него. Должно быть такой скорости. Едем, едем. Блин, как живописно-то. Очень круто, мне безумно нравится. Если бы у меня комп не зависал, я бы прям на всю включил бы, а то во время записи немного зависает. И это не очень радует. Давай, блин, 4. Я должен успеть. А, нет, не успел, блин, чуть-чуть. Она же не заканчивается, почему не засчитывается эта пятая звездочка? Разблокирован декор... детектор транспорта. Декор, блин. Не хватает, так, максимально маячков. Ага, понял. Все. Оу-оу-оу, тише. Отлично, и посадочка такая. Круто. Очень круто, мне нравится. Так. А, что у нас там, модификаторы появились? Вот. Детектор находит не только предметы коллекции, но и любой транспорт, который у вас еще нет в гараже. Так, включить, конечно. Следующий, максимально маячков. Увеличить максимальное количество маячков до 3. Это хорошо. Так, давайте-ка займемся пиратством. Как вы на это смотрите? Он еще и под водой за что-то цепляется, блин. Что он только не умеет. Так, ну вот наше и задание. Погнали. Как дела у Марио? О, он отдыхает. Так, надеюсь, она какое-нибудь улучшение даст нам новое. Было бы хорошо. После вот этого задания, я думаю, можно начать Иден. Или хотя... вот это задание, потом тут еще рядом было какое-то. А Иден уже в следующей серии. Сразу начну с него. А то серия уже будет слишком длинная. Так. Где это? Два. Хотя немного. Можно и так долететь. Так, сейчас. Чё-то я хотел сделать, блин, забыл. Модификации все я уже посмотрел. Так что полетели. Нам же не нужно было на самолете, я надеюсь. Танк идет в составе конвоя в сторону Панере. Напади на конвой и угони танк, пока его щит отключен. Да без проблем. Нет проблем. Рика тоже понял. Это мы еще посмотрим. Ой, да брось. Угнать хорошо охраняемый супертанк? Чего сложного-то? Действительно. Да-да, это еще опаснее, чем мы предполагали. Так, это освобожденное вообще место. Да, освобожденное. Так что взрывать тут ничего не нужно будет. А я уже сдалека, блин, с ракетами. Так, как у тебя дела, Рико? Приближаюсь к конвою. Так. Хорошо. Танк должен быть где-то там. О, кстати. Полагаю, люк не открыть, пока активен щит. Ладно.
И как же угнать эту штуку? Катушки не могут работать постоянно, им нужно остывать. Дождись, когда щит отключится, и у тебя будет немного времени на угон. Ничего не получится. Так. Подожди, пока щит отключится. Как к нему отключить, блин? Стоп. Так. Так. Воу! Тише! Так. Чуть не убили, твари. Так, все? Нет, не отключен. А, все, отключен. Вот, черт, не успел. Нужно выждать какой-то момент. Ага, вот он. Есть. Успел. Все, у меня Бавариевый танк похищен. Супер танк. Всем отрядом. Отбить бавариевый танк у мятежников. Так, есть. Все, валим отсюда. Танк у меня. Жду координаты. Передаю. Тебя ждет наш план. Блин, а я не могу щит включить? Едет тут за мной. Дурак, блин. Танк. С автомата, управляющий щитом. Будь осторожнее, катушкам нужно время для зарядки, так что он будет периодически выключаться. Понял. Здесь чертовски много кнопок. Стреляй давай. Есть. Так, а жизни-то у нас не особо много. Еще никого нету. Это радует. Не взрывай мост, пока мы не перейдем, Рико. Это единственный способ попасть туда, куда нужно. Да не взрывал я ничего. Едь давай. Здесь Марио жив. Твой друг в порядке. Я держу свое слово. Что, как там что происходит? Могучая машина. Впечатляет. Так. Может, тебе тогда самому за рычаги сесть? Мальчики, мальчики! Решать, кто из вас круче, будете потом. А пока постарайтесь сам довести в целости. Так, эти машины, блин, уже достали, честно говоря. Спор между мужчинами связан с желанием доминировать, Аника. В 2009-м проводилось... Чё надо, чё тут? Чё надо? Учёный! Придурок, блин. Самцом, в принципе, считает. Но сидит вон на базе, ни хрена не делает. Так, едем. Так, осталось совсем чуть-чуть, и мы добрались. А, иди на месте. Так, едем. Азота жаль нету. А так было бы круто. Отлично. Теперь загоняй танк на катер. Осторожно. Где катер? Загоняю танк на борт. Ага, вот вижу. Тихо, тихо. Есть. Чего вдруг? Почему отменять? Я не понял. Я же все сделал. Так. Ну вот, миссия пройдена. Че, обнаглела что ли? Курица. Так, ну все. Задание пройдено. Вот тут у нас... Блин, как это далеко. У нас много новых заданий, кстати говоря.
электромагнитные помехи. Можно бы этим заняться. И тут, кстати, нераскрытая зона. И я тоже сейчас не на раскрытой зоне. Так. Думаю, можно заняться вот этим заданием. И на сегодня все. Нравится мне, как он летает в эти, блин, горы, в здания. А потом встает, как ни в чем не бывало. Так, что тут у нас? Чей-то катер. А че пищит-то, не понял? А, вон, вижу, вышки вижу. Нормально. Что ж, приступим. Да, ой, блин. Не то хотел сделать. Так, вот это мы и на задании. Скорей сюда! Что ты орешь-то, блин? Так, Дайма. Отличный вид. Да, дух захватывает. Вечно в своем планшете, блин. Так, а, нет, этого не было. Ну, похожее было. Потом нужно будет сорвать, наверное, кораблики какие-нибудь. Привет, трубы. Это снова я. Иди так. Дальше вдоль труб. А это моя. Оу. Эми пушка. По этим трубам я снова приду к центру управления УИП. Оу, тише, тише. Трубы закончились, а то есть катера под водой, наверное. Наверное. Так, один есть. Сейчас, ребятки, я развернусь. Я быстренько. Никуда не уходите. Так. Все, готово. Да блин, сдохни. Ну все, ты отправишься вот сюда. Вот, повиси вон там. А почему звуков нету моего автомата-то, блин? Это не очень хорошо. Так, я прибыл. Опять в воду? Ты чё? Чё с тобой? Нормально. Так, в воду. О, нет проблем. Взломаю ворота. Ну давай взламывай тогда. Ворота взломаны. Иди дальше вдоль труб. Поднимайся давай, идиот. Есть. Так, а дальше? А, опять взрывать эти... Всякие блоки. Ученые, как всегда. Опять твои коллеги, Дайма. Вот еще какая-то ерунда. И это у тебя такой юмор? А, это трубы. Понял. Управление люком. Дверь заперта. И что? Сейчас посмотрим. Дверь заперта. Но ее можно обойти по тоннелю. Я думаю, что по вот этому. Поищу тоннель. Другого я здесь не вижу. Плывем, плывем, плывем. Да не так. Давай, давай, включай свою реактивную штучку. Выбрался нормально. Так. Вот мы и добрались. А, выглядит знакомо. Пора за работу. Тебе нужно все уничтожить. Прям голубки. Этим я мастер.
Вот и все. Ну, почти. Да блин, что хотите-то? Вот. Защищать-то вам нечего. Чтобы вы просто умерли и все. Повиси-ка там. Так, у меня нет. А, вот, нормально. И снова отлично, Дайма. О, они же вроде какие-то супер отрядные были. Черная рука там и теперь все такое. Повстанцы смогут подойти к Кордо Дракон. Так, а выйти мне как отсюда? Опять другой так же? Выход. А, нормально. Я выхожу. Почти. Есть. Вот мы и выбрались, друзья. И у нас уже тут задание намечается. Просто. Это было жестко, да. В области обнаружен враг. Всем бойцам. Не слабо я врезался. Ну ладно, сейчас сходим вот эту и все. Говорит центр. Цель не найдена. Сейчас. Отыщите его. Где-то оружие есть, я знаю. Так, готово. А где у них оружие здесь? Они там. Все. Еще одно оружие. Готово. А ну-ка, сюда. А, не успел. Тебе вот очень повезло. Падла. А, вот же еще. Дополнительных сил одобрено. Подкрепление скоро так. Будет у вас. Ой. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. На меня падает. Посмотрим, как вы теперь поговорите. А, все. Прекрасно. Хорошее чувство. А этой бочки больше нету. Баллона, вернее. Очень жаль. На них круто было полетать. Так, ну все, друзья. На сегодня хватит. Закончим в следующей серии. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки. У нас конкурс ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, сделайте репост. Можно выиграть пару игр. В общем, все в ВКонтакте, все в описании. Все будет круто. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.